Итак, мы выбрались. Теперь надо взять след Вескер. Ну да. Вообще, если не хочешь, тебе идти не обязательно. Я с тобой. Я хочу знать правду так же, как и ты. Видимо, здесь раньше что-то добывали. Барри, кажется, я что-то вспоминаю. Думаю, эта женщина была где-то внизу. Хорошо. Спустимся и посмотрим, как перебраться. Старая карга заплатит за то, что сделала с Мойрой. А до тех пор я с острова не сойду. Да, черт возьми, мы попали.
Наверх попадем только лифтом. Только нет. Проблема. Видимо, электричества тут уж совсем нет. Нам бы сюда аккумуляторы или еще что. Что было? Этот тоже мертв.
Видимо, та машина запускает конвейер. Он может перемещать предметы из точки А в точку Б. Охренеть, ну и ужас. Тошнит. Видать, местная замена аккумулятора. Это что еще за хрень? Да я спину потяну, если потащу эту штуку до самого лифта.
Вот сейчас! Зараза! Отлично сработано!
Теперь что? Идем дальше. Мы эту старую кошелку в угол загоним. Далее в откровениях. Вся моя жизнь – прелюдия к моему истинному рождению. Куда бы она ни смылась, мы поймаем ее. Охуительный аварийный выход! Под землей. Думаю, там мы ее и найдем. Время встретить причины наших бед. Ты умрешь, дитя! Бежим, бежим, бежим! Все, что осталось, это пройти последнее испытание.